государственный флаг российский. Сегодня 9 мая 2021 года. Я Романов Филипп Дмитриевич, основной любитель, первооткрыватель переменной звезд. Я вынужден скитаем с 23 января 2017 года. Потомок ветеранов двух войн. Великой Отечественной Варкина Алексея Макаровича и Советско-японской Романова Никандра Ильича. В мирное время я и моя мама вынуждены скитаться как бездомные собаки. Хотя мои прадеды и деды мамы воевали за мирное небо. Сержанты Антон Михайлов и Дмитрий Монастырев. Возглавляют знаменные группы майоры Максим Малахов и Алексей.